К другим темам. Первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморские порты уже на этой неделе. Накануне в Стамбуле заработал координационный центр для контроля за выполнением сделки по зерну. Уже согласован безопасный незаминированный маршрут, сообщают власти Турции. Соглашение об экспорте украинского зерна было подписано 22 июля. Над ним работали представители Украины, России, Турции и ООН. Согласно документу, Украина будет контролировать порты Одесса, Черноморской, Южный. Оттуда будут отправляться суда, груженные зерном, продуктами и удобрениями. Сейчас в портах Украины заблокировано более 25 миллионов тонн зерна на экспорт. Подготовка к безопасному вывозу грузов еще ведется, рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар. Пока сделка заключена на 120 дней. Если опыт окажется успешным, схожую модель стороны готовы применить и для решения энергетического кризиса, добавили в Минобороны Турции. Необходимо обеспечить безопасный коридор для вывоза 25 миллионов тонн зерна в страны, которые в нем нуждаются. И сделать это нужно как можно скорее.